Здравствуйте, уважаемые коллеги, представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается письма Минфина, в котором была рассмотрена конкретная хозяйственная ситуация. В рамках возмездного договора налогоплательщику передавалось безвозмездное имущество для выполнения соответствующего договора. И у налогоплательщика возник вопрос, не возникает ли у него доход в соответствии с положениями главы 25 НК РФ. Минфин, проанализировав данную ситуацию, указал, что в данном случае дохода, который мог бы облагаться налогом на прибыль, не возникает. Сама по себе, как видите, ситуация сама по себе это конкретная хозяйственная ситуация, но в рамках нее ставится вопрос, который достаточно часто возникает в спорах между налогоплательщиками и налоговыми органами. Налоговые органы действительно зачастую, не полностью понимая те или иные бизнес-процессы, рассматривают ту или иную передачу как безвозмездную передачу имущества и пытаются, соответственно, доначислить налог. Но во многих случаях это признается незаконным. Как, например, и в данном случае, если налогоплательщику попытаются доначислить налог, то это будет необоснованно в соответствии с письмом Минфина. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.